программе «Америка и американцы сегодня» мы занимаемся языком и культурой, но особенно культурой. Для нас культурная компетентность самая важная. Вы знаете, что такое культура с большой буквой «К»? Это литература, наука и искусство – самые высокие и самые важные достижения народа. Есть также культура с маленькой буквой «К». Это быт народа. Навыки, суеверия, традиции. Культура с маленькой буквой тоже очень важная. Особенно потому, что она может мешать пониманию между людьми, так как плохая грамматика и слабая лексика мешают пониманию. Вот маленький пример. На днях я подарил жене этот букет. Букет желтых роз. Кстати, это букет 12 желтых роз. Желтая роза – символ штата Техаса, жена родная техаска, и она гордится штатом. Она была очень рада получить такой букет. В Америке, знаете, что букет 12 роз очень хороший, даже роскошный подарок для женщины. 12 роз. Если я подарил бы такой же букет русской женщине, она бы рассердилась, обижалась, и это было бы конец моей мечты, моей надежды и конец нашего романа. Потому что букет 12 желтых роз имеет совсем другое значение в России, чем в Америке. Меня зовут Джозеф Лиро. В Америке я преподаю русский язык. В программе WebLang я преподаю английский язык, американского варианта и американскую культуру.